Всем привет! Сегодня мы собрались на рыбалочку. Берем наш квадрик, к нему цепляем такой супер прицепчик. Едем дальнюю дорогу в тайгу. Сейчас разгружаемся, грузим все в этот прицеп и выдвигаемся на рыбалку. Нас ждут великие путешествия. Сравните джип с квадриком. Нормально так. То. Все, погнали грузиться. Ну что, ребят, мы плывем с нашим скарбом, с нашим Максом. Плывем через реку. Медленно. Но плывем. Очково, конечно, точнее страшно. Вот. Потому что первый раз мы едем с прицепом. Вот. О, у нас тут воды уже там. Что-то мы медленно плывем. Медленно плывем. В общем, потихонечку мы плывем. Макс с нами сидит. Медленно. Оно здесь, оно не поможет. Весло. Греби, тебе тут осталось чуть-чуть. Как мы с прицепом переплываем реку. Обалдеть. Нас, конечно, течением снесло. Очень сильно. Да, Макс? Здесь вот сильное течение. Но уже почти вот он берег. Нам бы его чуть-чуть цепануть. Хоть бы краешком колесика. И еще немножечко, и мы выберемся. Почувствуешь берег, сильно не газуй. О, молодец. Потихонечку. Ну вот. О. Потихонечку. Ай да мы молодцы. Ух ты. Тихо. Остановись. Давай, сейчас вода стечет. Да, сейчас прицепа, тут много воды. Что у нас тут получается? Сидеть, Макс. О, у нас течет вода. Ну, это нормально. Сидеть, Макс. Так, ну что ж, мы переплыли вот такую длинную реку. Прикольно. Опыт удался. Поехали дальше. Ну что, мы небольшой привальчик остановились. Макс, сидеть. Вот, остановились. Все в таких комфортных условиях. Прицеп. Проехали уже километров 12-13. И моб с нами. Ричик. Такой кутузик. Ну вот. Слева болото. Впереди сейчас там немножко потрахивать будет. Дорога неровная. Ну, так, движемся потихонечку. Взяли все необходимое. С нами две собачки. Несчастье это, умаститься не может. Нежность. Принцесса на горошине. С нами две собачки. Максик сначала бежал за нами, потом видно, что уже устал. Ну, понял, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Ну что, поехали дальше. Поехали мы. До первой переправы. Смотрите, какой мост. Вот сейчас думаем, или по нему пробовать проехать на квадрике. Вот тут кто-то птицу топтал, утку топтал. Или мы по нем попробуем пропытаться проехать. Или вот там, где Дима сейчас обходит. Или там переплыть. Мягкая. Зато там вот так раздолбали. Давайте принимать решение, почем поедем. Поэтому по мостику, да? Да, конечно. Где, Макс?
Река Нерпалка. Первое препятствие. Ну, люди проезжали, мы проедем. Ричи! Ричи! Ричи, стой! Ричи! Снялась. Давай, давай, нормально все. Ричи! Ричи, куда пошел? Вылезь, я сказала. Ну вот и все. Хозяйское дело. Едут на вездеходе и хотят это настелить себе прямо, чтобы прям колеса не вымочить, проехать через мост. О. Давай, давай, не бойся. Давай, давай, давай. Руль не поворачивай. Прямо руль так держи. Давай, 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 давай. Не торопись. А, да, 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 вот так вот. Давай, давай, нормально. Давай, 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 давай. Переживаешь кого-то? Ребята, это было гигантски красиво. Особенно ведь сверху. Просто супер. Нигде ничего не зацепили. Просто танк создан для таких путешествий. Да, сказать, что этот мост, это ничего не сказать. Ну давайте, переплавляйтесь, ты еще, ребятки. Ты еще, значит, плохих мостов не видел. Наверное. Ну, было не страшно, потому что рядом ты. Как говорится, выдумывать, как вытаскивать такой танк, ну, пришлось бы вдвоем. Так и что? Все, туши. Ну что, дорогие друзья, движемся мы по болоту. Вот по такому профилю. Проехали уже прилично. Тащим мы прицеп. Не лезу я, как говорится, без надобности сильно в такую няшу. Вот, с нами и прицеп, и собака, и друг, рыбак. Вот, и Макс где-то там убежал вдалеке. Справа бегает. Едем по профилю, по карте. Дорогу проложил. Ну, где-то километра полтора-два еще. Там он впереди лес. Туда. Ну, вот по такому болоту потихонечку движемся. Метр за метром, метр за метром. Так, и ждет нас там озеро, до которого можно добраться только зимой на снегоходах. Ну или у кого есть вот такая техника, такая или помощнее, если существует помощнее или поменьше. Вот, вот как-то так. Вперед, погнали, нас ждет рыбалка. Ну что, мы проехали это болото. Я вам скажу, если честно, вот здесь вот последний километр вообще она такая гуляющая. Ну, несмотря на все это, мы выехали на опушку. На опушку-то тут ураган был, видать, походу сильный. Достопримечательности от туристов. И вон озеро, на которое мы будем рыбачить. Сейчас берем спиннинги. Идем проверять. Время, в принципе, не так много. И с другой стороны у нас озеро. С двух сторон озер. Но
добравшись сюда, да, Макс, как тебе, понравилось путешествие? Вот, добравшись сюда, вот прям на этом месте, неизвестно, чья это, медвежья, а может, еще чья-нибудь, ну, чья-то какашка. Вот, ладно, погнали пробовать.